И я хочу сказать всем сейчас избирателям Пашиняна, которые смеют фыркать на мою родину и задавать ей вопросы, а почему не защитили, а почему не сохранили. Это смеют задавать люди, которые выбрали лидера, в этот вопрос этим давать, который просто не признал, и уж тем более не признал ни независимость, не признал частью Армении, и ни один армянский военнослужащий из казармы не вышел, чтобы защитить эту армянскую святыню. То есть, получается, выбирал. А к чему это все сказано? С одной целью, значит, все должны кланяться кому? Маньяку. Шах и мат наказаны за независимость. Все так просто. И кланяться России матушке за то, что армянский народ был сохранен вообще в свое время, когда Армения добровольно оказалась частью Российской империи в XIX веке.